В этом году и местные жители, и гости курорта отмечают, пляжи не узнать. Они стали шире и красивее и уже могут конкурировать с зарубежными. У каждой прибрежной зоны отдыха есть ответственный арендатор. Спрос с них весьма жесткий. В первую очередь пляж должен быть чистым, отсыпанным, благоустроенным и комфортным. В случае невыполнения своих обязательств администрация вправе незамедлительно расторгнуть контракт и передать пляж более эффективному и ответственному исполнителю. В целом арендаторы соблюдают условия, однако есть исключения. В ходе рейда глава города обратил внимание на аварийное здание бывшего рыбзавода, которое может представлять угрозу для отдыхающих пляжа «Чайка». Анатолий Пахомов распорядился незамедлительно обратиться в прокуратуру. Вот когда-то выкупил этот рыбзавод, устроил там беспредел. И, по сути дела, мы ждем, когда гром грянет. А гром грянул, сегодня стена развалилась. Хорошо, что люди не погибли. Я уверен, что вместе с прокуратурой мы сегодня предпримем все меры к тому, чтобы, по крайней мере, этот объект, рыбзавод, сделать безопасным. Сразу после инспекции главы города прокуратура Адлерского района вручила представителю собственника рыбзавода предостережение к принятию незамедлительных мер по недопущению причинения вреда здоровью и жизни граждан. В настоящее время администрация Адлерского района направила документы в Следственный комитет для проведения проверки.